вами Алина, и вы на канале Алина Фангер. И я решила снять для вас влог, потому что их давно не было, и я хочу стать ближе к вам. И что я делаю с утра пораньше? Конечно же, масочку. Смотрите, какая она милая. В виде котика. Вот даже написано «Дяку за порцию корму для беспритульных тварин». И много чего. Тут даже вот такой котик нарисован. И сейчас будем ее наносить. Ребята, посмотрите, как я теперь выгляжу. Ну, прям как котик. Все прям как на картинке. Не солгали. Интересно, что будет с моей кожей через 20 минут. Мне кажется, она будет нежная, как облачко. И как котик. Ну, а встретимся через 20 минут. А ну-ка, сейчас посмотрим, какая кожа моя стала после масочки. Вау, она стала такой мягкой, бархатистой, прям как попка у младенца. Такая приятная кожа. Мне очень нравится результат. Ребята, а я плету из бисера. Смотрите, что получается. Вот такое вот плетение крестиком. А еще я вам хочу показать, какие я до этого колечки делала. Вот первая это жабка. Мне она очень нравится. Дальше вот такое вот колечко. И три колечка крестика. Я тут не пришмалила пару колечек, но в скором времени их пришмалю. Вот такое вот праздничное, как корона кольцо. И вот такие четыре. И четыре кольца в виде глазиков. Вот, смотрите. И, наверное, вот. Есть такое же зеленое. Оно с большим крупным камнем. Такое вот беленькое. И черное. Вот. Они все глазки. Ну, а сейчас постараюсь доплести это колечко. Но перед этим я хочу вам показать свою скорбницу. Это много тут разных камней. И тут есть даже с дырочками, чтобы можно сделать какое-то ожерелье. Там, вот, например, как вот это. Сделать крутое ожерелье. Только мне очень лень делать эти ожерелья. Их очень долго плести именно на свой размер. Вот. У меня тут даже бусина. Откуда она? Ладно, пусть лежит. Вот. Вот такое тоже с дырочкой. Чтоб куда-то повесить. Вот такие вот. Они такие не сильно красивые. У меня тут много. И у меня еще вот здесь вот куча разных фигурок. Ну, не только фигурок. Тут бисер. Я из такого бисера делала вот такое кольцо темненькое. Оно под мой наряд. Вот, у меня есть камни. Бусины, вот. Бусины. Тут еще какие-то бусины. Еще какие-то полупрозрачные. Ну и фигурки какие-то яркие. Я яркие не сильно часто использую. Так, что тут у меня? О, колечко, я его забыла достать. Это вот такое колечко с вишенкой.
А еще тут у меня есть, ой, коробочка с фигурками. Ну и все. Буду сейчас дальше плести. И вот я уже хочу сделать домашку. В скобочках нет. Так, что нам задали? Немецкий и украинский, как я их люблю. Ладно, немецкий. Ну, украинский я больше люблю, а немецкий тоже ради. Так, что нам задавали? Все, ребята, я сделала весь немецкий. Вот он. Давайте уже делать украинский, наконец-то. Еще прошу вас заметить, что здесь все предметы такие, которые я не сильно люблю, а те, которые я очень люблю. Вот. И тут есть украинский. И хороший. Открываем. Правда, тема у него головокружающая. Паронимы. Це слова близькі, не одинакові за звучанням, але різні за значенням і написанням. Наприклад, вистава, спектакль, виставка, показ картин, книжок, квітів, пляшок. Понятно, що нічого не понятно. Паронімы. Звучание по-английски значимо. Выставка, спектакль. А, типа чуть поняла. Ладно, что чуть-чуть поняла, а остальное это не важно. Вправо. Блин, забыла, что тут нельзя так делать. Вот, ребята, я и доделала всю домашку. Ух, наконец-таки я свободна. Вот, ребята, я и вышла на прогулочку. Сейчас буду кататься на своем самокатике. Покаталась, ребят, ну а я вынуждена с вами прощаться. Всем пока-пока, до скорых встреч!